Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Число выданных ипотечных займов в России выросло на 15%. По итогам первого полугодия 2017-го россияне оформили 420 тысяч кредитов на приобретение жилья на общую сумму 765 миллиардов рублей. Это на 15% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете агентства ипотечного жилищного кредитования. Основной прирост обеспечил второй квартал года. Только в июне заемщикам выдали 150 миллиардов рублей. Средняя ипотечная ставка в июне, по данным АИЖК, составила 11,3%. Дайджест недвижимости. Лифты в России теперь должны содержать по новым правилам более ответственно. С 1 августа на устранение неисправностей лифтов дается 24 часа, а эвакуация пассажиров из застрявшего лифта не должна занимать более получаса с момента регистрации заявки лифтером. Соответственно, все лифты теперь должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчерской. Однако новые правила предусматривают и большую ответственность за содержание лифтов владельцев зданий и управляющих компаний. В штате УК, который занимается обслуживанием лифтов, обязательно должен быть персонал, квалификация которого соответствует требованиям профессиональных стандартов. Напомню, по недавно озвученной информации Минстроя России, в многоквартирных домах по всей стране установлено более 400 тысяч лифтов. Из них порядка 27 тысяч требуют замены. Работы планируется провести в ближайшие 3-5 лет, сообщил глава министерства Михаил Мень. Дайджест недвижимости. Киров не вошел в число городов, где можно жить на деньги от сдачи в аренду однокомнатной квартиры. Средние ставки на рынке ниже прожиточного минимума, утверждается в отчете портала «Мир квартир». Для того, чтобы обеспечить себе доход в 9 тысяч рублей, нигде не работая, кировчанину нужно сдавать как минимум двухкомнатную квартиру. Аналитики сопоставили размер прожиточного минимума в 69 российских городах со средними ставками аренды квартир и комнат. Выгоднее всего сдавать жилье в Москве. Владельцы столичной однушки получают в среднем 30 тысяч рублей в месяц. Это почти в 2 раза выше прожиточного минимума. В Петербурге, Севастополе, Симферополе и Сочи закрыть прожиточный минимум можно, сдавая в аренду комнату. А вот для того, чтобы получить прожиточный минимум от арендаторов в Мурманске, необходимо сдавать как минимум 3-комнатную квартиру. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.